Привет, дружочки-пирожочки, как вам кубик Рубика, который супер технологичный и который стоит овер да много денег, ну дорогой в общем. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Кубик Рубика, точнее, мы все его знаем прекрасно. Это кубик Рубика, да, нужно собирать, есть много всяких видосов, как люди его круто собирают, но крутость сборки, оказывается, определяется в очках, поинтах по всему миру, и идут соревнования официального кубика Рубика по всему миру с помощью вот этой вот дорогущей штуки. В общем, кубик Рубика вышел для меня лично на какой-то новый уровень, и я вот увидел новость о том, что выходит новая модель, и вообще открыл для себя мир вот этого соревнования, вот этих вот всех этих компетишенов с кубиком Рубиком. Итак, кубик Рубика, причем я нашел это все на официальном сайте Rubik's Arena, понимаете, арена кубика Рубика, это батл практически, батл рэп только в мире кубика Рубика. И вот тут такая история, видите, первый раунд у нас тут какой-то происходит, что за кубик Рубика, что вообще у нас такое. В общем, я начал изучать, смотреть, и я увидел, что действительно есть вот новый кубик Рубика. Он мега какой-то крутой, он мега какой-то необычный, и он есть сейчас в двух еще вариациях, более стандартный и совсем мега нестандартный. В общем, это кубик Рубика, который подключается к вашему смартфону и полностью отражает ваши действия. По сути, за эти бабки, которые они просят, вы получаете не только технологичный кубик Рубика, в котором там типа электроника какая-то, а вы получаете доступ к соревнованию, к мировому соревнованию. И вот сейчас, видите, новый скоро выходит кубик Рубика в таком более привычном формате, но уже, оказывается, какое-то время давно существует вот такой вот 3D кубик Рубика за $80. Представляете, умножьте на курс валюты той страны, которую вы смотрите. Ну, то есть я умножаю на рубли, и я такой типа, чего? Почему он такой дорогой? И я перешел в магазин, ровно так же, как делаю это сейчас, и он вот загрузился. О, смотрите, тут еще со скидкой, почему там 79, тут 69, изначально 99, они сами запутались, по-моему, в цене. В общем, у нас получается, есть некий кубик Рубика, который представляет из себя вот такую вот конструкцию, видите, на зарядке у него есть. Все теперь у вас... Все будет на зарядке, и кубик Рубика тоже на зарядке. Вы должны теперь зарядить свой смартфон, там, планшет, часы, горшок, тапочки бабушки, не знаю, пирожочки. Все должны, дружочки, зарядить, и теперь еще и кубика Рубика тоже надо. Причем зарядка, вон, по-моему, беспроводная там. А еще тут мешочек есть, мешочек кубика Рубика. Вот, и... тут мы, типа, экономим, если на официальном сайте покупаем, я понял. И, как видите, подставка не просто для кубика Рубика, она прям используется для телефона, для смартфона, тут какой-то iPhone вышел, и, наверное, когда вышел, наверное, тогда эту штуковину и, типа, разместили, но окей, хорошо. Что мы тут получаем? Кубик Рубик Гоу, видите? Опа, тут разные типа, челленджи, разные обучающие видосы, разные программы и так далее к этому кубику Рубику. Сам он, конечно, выглядит, ну, прямо как какая-то, если честно, детская игрушка. Поэтому они, собственно, новую версию, я так понимаю, и выпускают, чтобы этот кубик Рубика, ну, был более привычный. И когда я увидел, то есть, ну, видосы реально прикольные очень про этот кубик Рубика, я сейчас покажу вам, если найду, вот есть приложение, видите, есть обучающая программа, мини-игры, а также вот он в подарочный супер, видите, такой упаковке для любителей кубик, пособирать кубик Рубика, есть огромные сообщества в Фейсбуке, где угодно, вот народ даже его разбирает, смотрите, эту фотку никак не... открыть. В общем, мы можем только так посмотреть. Видите, вот кто-то его разобрал и что внутри находится. То есть они не скрывают. Это, кстати, они молодцы, я чего могу вам сказать. В общем, очень много всего по этому поводу есть. Но... я, конечно, видео боюсь смотреть, скорее всего, тут, ну, может быть, и забанят или что-то еще, но давайте рискнем, без звука хотя бы посмотрим кусочек видосика, посмотрим заодно, можно ли на YouTube смотреть это все дело, потому что это, по идее, о боже, вы видите, здесь соревнования, Red Bull, кубик Рубика, реально как киберспортивная какая-то штука.
Вот, у меня тут уже этот видос, я пытался посмотреть, понять, что происходит. Парни вон за ареной, взрослые парни брутальные собирают кубик Рубик. Там еще очень много почему-то историй, где они под водой его собирают. В общем, вот такой, видите, много-много. Вы сами, я ссылку на сайт официальный оставлю, чтобы вы тоже ознакомились, поскольку у нас такой новостной, информационный выпуск, и вы сможете сами посмотреть. Так, по поводу информации, ну тут просто, так, общая информация какая-то, все понятно. Но меня больше всего вот, что поразило, смотрите, арена, это в реальном времени сколько игроков, сколько всего людей, и есть победители и всякое такое, есть участники, как видите, мы можем даже страну определить. Вот, самый вообще популярный чувак, который за 17 секунд его собрал, какой-то Саньо, вот этот Кас, это такой парень, а все остальные чуваки, видите, держатся от 20 и выше, минута и 6 секунд. Но в целом вы можете, я думаю, что можно попробовать, интересно, за сколько у вас получится просто собрать, чтобы понять, вообще участвовать в этом или нет. Я только не нашел какие-то призы, есть какие-то призы или нет, мне кажется, это просто за респект кубика Рубиковых чуваков. Но цена в $79, вот что меня, конечно, удивило. Это прямо такой вот, знаете, дорогой кубик Рубик. Вот на Амазоне я его, пожалуйста. Тут вот будет видос амазоновский. Во, мы сможем посмотреть, как он все-таки собирается. Очень весело. О, все такие смотрят, как чувак собирает. И он такой, не собрал. Ну все, ты больше не наш сын. Вот типичная история, да, победы. Так, вот видос сейчас. Оу, так, звук. До свидания, звук. Вы видели лицо этого парня? Он, почему он выкинул кубик? Не надо, не выкидывай его. Пожалуйста, не выкидывай кубик Рубика. Такой, я вижу обычные кубики Рубики. Ух, уж эти кубики Рубики, которые не электронные, не за $80. Ух, выкидываем. Так, и что дальше? Вот он идет, смотрит, как девчонки танцуют. Он тоже решил поплясать. И дальше все собирают новый технологичный. Какой кубик Рубика, видите? Это типа не технологичный. Ах, ненавижу кубики Рубики. Смотрите, тут прям новый кубик Рубика ненависть к старому кубику Рубику прививает. Вау, вы видели? Вы видели сейчас? Он прям помотал этим кубиком, Рубиком, и он прямо вот как в реальном времени все отслеживает движение. Кстати, ну, по идее, вообще крутая тема, да? То, что действительно, если только нельзя его хакнуть как-нибудь, а можно ли его, да, как-нибудь взломать этот кубик Рубика, и типа, что мы получим? В этом случае. Я думаю, что умельцы тут... Может быть, вот тот чувак, который за 17 секунд, может, он просто нашел метод взлома, это ж программка там какая-то. Вот. Мы... Видите? Хоба. Вот каждое движение, правда, как будто немножко подлагивает. Кубер, бубер, монстр. Ага, почему она монстр? Тетка монстр какая-то оказалась. Ага. А здесь, видите, обучающая история. Типа, можно с помощью этого научиться наконец-то собирать нормально кубик Рубик. Вы до этого не умели, и только за $80 вы сможете собрать. Ну, это, короче, абсолютно гик история, абсолютно гик штука для тех, кто любит технологии и любит кубики Рубики. И, соответственно, да, работает с подлагиванием, как будто. Вот. У нее наконец-то все получилось. А, нет, она, по-моему, не очень довольна все равно осталась. Ох уж эти офисные сотрудники, они постоянно недовольны, даже если собрали что-то. До этого она ломала карандаши, а теперь она просто стучит об стол. Ну-ка, монстр. Что случилось? Боже мой. Она стреляет единорогом из глаз. Что за странная реклама у кубика Рубика? Так, вот он собрал... Ого, он что, светится? Вот это все, берем, $80 оправдано, он светится, он все, что с подсветкой, будь то супергерой с фонариком в груди или кубик Рубика, надо брать, очень технологичная штука, вот показывает, как ее разрабатывали, как его делали, нет, ну слушайте, ну такой видос, вот чисто за видос, наверное, нужно брать, потому что так сняли его, единороги летающие, какие-то женщины-дьяволицы, ух, повесточка, да? Такая. Но еще раз я напомню, что эта штуковина стоит
ну, 70 даже долларов, 70 долларов. Но, короче, в общем, если интересно, может быть, я вот эти видосы для того, чтобы определиться с вами, заказать или не заказать, в общем, понять, как это все работает. Открывается? Нет, ничего нам не открывается. Новая тема 21 века. Онлайн-битвы, Рубик и так далее. А вот есть ли тут онлайн-битвы или нет, я не понимаю. Мне кажется, что есть, да? Как, там же как-то соревнования сейчас проводятся. Или это общие? Нет, это мировые соревнования. А если в России? Мне вот интересно, что стало. Если в России, если мы выберем... Тут же можно выбрать страну, да? Смотрите. Ага, Канада, Франция. Чё, у нас никто не купил кубика Рубика? А если я буду первый, я даже буду собирать... Короче, я понял, я могу купить кубик Рубика этот, и я буду, поскольку единственный из России, наверное, и я буду собирать его, и типа, даже если я его собираю 30 часов, то я буду на первом месте, потому что я один. Соревнование самого с самим, я всегда на первом месте. Короче, вот мотивация мне его прикупить. Вот такой кубик Рубика. В общем, мы сегодня посмотрели на него, я просто увидел, что выходит вот эта обновленная модель, и не знал, что старая выходит. Вот в таком новостном формате и про игрушки мы иногда включаемся с вами, просто рассказываю, делюсь, и ищу сам игрушки, которые заказать. Если хотите на него обзор, то можете писать в комментариях, также там мы обсудим, если вам интересно эту тему, в комментариях обсуждаем. Ждаем, как вам этот кубик Рубика. И встречайте новые видосы, такие вот новостные, реакты на все вот это вот. Это дополнительный бонусный контент, можете поддержать его лайком, я не откажусь. Обычный обзор игрушек вышел вчера и выйдет сегодня, как и всегда. На этом все, пока-пока, друзья мои. До новых встреч, дружочки-пирожочки, хороших вам игрушек. Вот. Смотрю на кубики-рубики вместе с вами. Ну нет, там еще много чего будет. Я прямо сейчас подборочку брал, перерыв небольшой, а теперь вернулся. Ух, ворвался. С кубиком-рубиком-то самая актуальная вещь на Земле, наверное, да? Ну, кто-то должен рассказывать, вот я.